Привет всем друзьям и гостям канала «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня я приготовила свою любимую окрошку со свеклой. Такую окрошку в нашей семье любят больше всего, а так как сейчас стоит аномальная жара везде, окрошка в жару идет просто на ура. Она красивого розового цвета и очень вкусная. Давайте я покажу вам, как я ее готовлю. Вареную свеклу нарезаю кубиком. Затем колбасу. Можно, конечно, и ветчину. Ну, у кого что есть в доме. Нарезаю вареные яйца. Все стараюсь мелким кубиком нарезать. Пучок хороший лука. И укроп. Укропа много не бывает. Затем огурчики. Еще я нарезала отварной картофель и редиску. И теперь собираем окрошку. Колбаса, картофель отварной, огурчики, яйца, редиска и свекла. Зелень укропа. Все перемешиваю. И наливаю сюда кефир 1,5 литра. И еще добавляю кипяченой охлажденной воды 0,5 литра. Добавляю потертый толкушкой лучок, чтобы он дал больше аромата. А теперь добавляю свой любимый ингредиент. Это хрен. Обычный хрен с магазина. Он такой ароматный, он придаст бесподобный вкус окрошке. Поперчила и посолила. И теперь можно пробовать уже окрошку. Конечно, завтра окрошка будет намного вкуснее, когда настоится, и ярко-розового цвета. Попробуйте такую вкусную окрошку, она вам наверняка понравится. Ее бесподобный вкус вас просто сразит. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные видео. Пишите комментарии, нам очень важно ваше мнение. Всего вам доброго, здоровья, счастья и удачи. До новых вкусных встреч. Пока-пока.